Хорошо, спасибо за предоставление. Здравствуйте, уважаемые коллеги и дорогие друзья. Я думаю, уже Ольга Николаевна все говорила про историю, но я еще раз говорю по-своему. Сначала я хотел бы благодарить всех организаторов, особенно Ольгу Николаевну. В прошлом году наши общие знакомые коллеги и профессор Мурата Шинити сан и профессор Нонака Сусуму сан предложили мне участвовать в гоголевских чтениях, проведенных здесь, в Полтавском государственном педагогическом университете. Поскольку я специалист по Гоголю, и вот здесь Полтава тесно связана с писателем. Конференция была замечательной, кроме докладов и оживленной дискуссии культурных наследий Полтавы. Природа, еда и даже кошки – все мне понравилось. Но больше всего меня впечатлила научная и педагогическая деятельность профессоров, учителей, аспирантов и студентов, которых соединяет Ольга Николаевна. Тогда мне захотелось продолжать долго это научное и дружественное отношение. И мы с Ольгой Николаевной и Николаем Ивановичем беседовали и решили заключить договор между научно-методологическим центром обучения английскому языку и мировой литературе Полтавского государственного педагогического университета и нашим центром славянско-евразийских исследований университета Хоккайдо. Здесь вы видите слайд? Нормально, да? Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. У нас в центре славянско-евразийских исследований много партнеров во всем мире. Однако, до тех пор у нас не было научно-педагогических партнеров в Украине. Поэтому это сотрудничество для нас очень важно и радостно. В этот раз в конференции принял участие не только я, а из нашего центра тоже наш аспирант Масаюки Уэмура. Масаюки – это имя, Уэмура – это фамилия. Наш аспирант тоже принял участие. Его очень сильно интересует украинская литература и культура. В конце моего выступления
хотел бы сказать, я очень рад, что мы встречались. Хотя виртуально, несмотря на такую тяжелую мировую ситуацию. Я хотел бы еще раз благодарить всех, кто занимается организацией этой конференции. И надеюсь, что конференция будет плодотворной, и наше сотрудничество будет продолжаться и долго продолжаться и еще развиваться. Спасибо.